останемся на американском континенте, членство в НАТО – это не более чем претензия США на мировое господство. Это мнение американского аналитика Брюса Фейна. Высказал он его в статье для Huffington Post. И вот что он говорит. Цитата сейчас прямая. «США следует выйти из НАТО, потому что таким образом Вашингтон наконец-то позаботится о собственной безопасности, но не о других членах Альянса. В частности, это касается таких стран, как Эстония, Латвия или Литва, куда США собираются отправить своих солдат». США пора сдать НАТО в музей в качестве экспоната наряду с другими артефактами американской империи. Но это еще не все. Вот что еще, говорит Фейн, покинув НАТО, США сильно снизили бы напряженность в отношениях, не угадайте, с Россией. Почему отношения с Россией напряжены? Да потому что НАТО расширяется на восток прямиком к нашим границам. В 90-м году, по версии российской стороны, имела место устная договоренность о нерасширении. По версии Альянса, ну ничего подобного. Такое решение может быть принято только в письменной форме всеми странами-членами путем консенсуса, а не в форме единоличной гарантии. Вот такое вот непонимание. Кстати, еще в марте кандидат в президенты США, скандально известный миллиардер Дональд Трамп заявил, НАТО морально устарело и не способно бороться с терроризмом. Потом, правда, спустя пару месяцев он практически взял свои слова назад, но все равно отметил, что США от помощи союзников, ну, ни холодно, ни жарко. Мол, это Америка всех защищает, а зачем это ей все нужно? Правда, зачем?